Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы приготовим вкуснейший молочно-клубничный коктейль. Если у вас есть замороженная клубника, то вы можете готовить это лакомство круглый год. Коктейль не только очень вкусный, но он еще и очень полезный. И прекрасно подойдет для ваших деток. Для приготовления этого вкуснейшего коктейля мы возьмем 350 мл молока, 200 грамм клубники, клубника может быть или свежая, или замороженная, какая у вас есть, и 50 граммов сахара. Взбивать все мы будем при помощи погружного блендера. Если у вас нет погружного блендера, а есть, допустим, кухонный комбайн с чашей для коктейлей, то вы можете взбивать в кухонном комбайне. Если вы будете использовать замороженную клубнику, то ее сначала нужно довести, разморозить до комнатной температуры. Затем переложим клубнику в чашу от блендера. Добавим к ней сахар. И пробьем блендером до однородности. Затем, продолжая взбивать, постепенно вольем молоко. Продолжим взбивать несколько минут. Ну вот, коктейль готов. Теперь остается только перелить коктейль в красивые стаканы и можно угостить им своих друзей.